Специальные условия на покупку кроссовера Renault Captur. Терамобил. На Янаульской 1А. Рейтинговое голосование проводили параллельно с выборами президента страны. Конечно, явка электората здесь была не столь высока, но показала. Жителям Нефтекамска не безразлично будущее города. За территорию главной сцены городского округа город Нефтекамск проголосовало порядка 25 тысяч человек. За озеро Набережные Светлые проголосовало 10 тысяч человек. В текущем году, то есть в 2018, будет благоустройство главного сквера городской сцены, а объект, который благоустройство Набережного озера Светлое, будет выполнен в 2019 году. Больше всего проект благоустройства набережной был поддержан жителями соседних микрорайонов, что логично, это место отдыха ближе. Но в то же время вполне понятен и серьезный перевес голосов, с которым победила инициатива строительства нового сквера на территории парка. У каждого из проектов за время обсуждений появились свои сторонники. Но надеемся, и хоть немного примирит новость о том, что после окончания работ в парк переедет один из главных ежегодных раздражителей. Городская новогодняя елка на проведение праздников будет стоять в парке возле сцены. На данный момент ведется подготовка технического задания, полностью подготовка документации к проведению аукциона. То есть это к маю месяцу, надеюсь, мы выйдем уже с муниципальным контрактом. И до 31 августа мы планируем закончить работу уже на объекте. Из федерального и регионального бюджетов на это выделено около 15 миллионов рублей. На эти деньги проложат пешеходные дорожки, установят скамейки для отдыха, проведут дополнительное освещение. Здесь появится стела с названием города, а зимой, как и было обещано, новогодняя елка. А в будущем году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» возьмутся и за благоустройство набережной озера Светлое.